Всем привет! Так, ребят, хочу посмотреть, насколько это вот актуально. Вот, и здесь я могу читать. Читать ваши вопросы. Ребят, начинаем опять нашу тему. Нашу тему по узнаванию нашего тела. Вот. И это на сегодняшний день моя одна из любимых тел. Да, вы знаете, что я сейчас углубляюсь туда, и мне очень интересно. И хотела бы с вами как раз поговорить о том, что такое запахи, как они влияют на нас, как они влияют на наше самочувствие. Вот. И все вы знаете прекрасно такие моменты, что когда вы перестаете кушать, выходите на лечебное голодание, либо на иной образ жизни, с минимальным количеством еды, вот, то вашей едой становятся масла. Да? И как раз мы сейчас поговорим про масла. Почему про масла? Я бы хотела с вами поговорить не просто про масла, я приготовила несколько картинок. Мы с вами сейчас будем во многих эфирах часто про разное вот такое говорить. Так, и я вам хочу рассказать про обонятельные нервы. Вот. Обонятельные нервы, они образованы отростками, да, давайте я вот так вот, чтобы было хорошо видно, так вот видно же, не отсвечивает, да, вот, чтобы вы понимали, о чем мы говорим, так, сейчас я выровню, где, куда, вот так вот, да, вот. Они образованы отростками обонятельных, то есть чувствительных клеток, располагающихся в слизистой оболочке, обонятельной области полости носа. Обонятельные волокна собираются в 15 до 20 тонких обонятельных нервов, которые идут вверх, проходят через решетчатые отверстия, решетчатые пластинки, решетчатые кости и направляются к обонятельной луковице головного мозга, где образуются синапсы с дендритами нейронов обонятельной луковицы. Вот так вот это выглядит. Что это значит? Это значит, мы с вами уже неоднократно говорили, что когда вы находитесь на пищевой паузе, и добрый вечер, Танюш, и неважно, какая это пищевая пауза, то есть она может быть с жидкостью, она может быть без жидкости. Вот. И когда вы находитесь в пищевой паузе с жидкостью, то что у вас в организме происходит? То есть у вас происходят те моменты, когда вы прочищаете что-либо. Прочищаете, но это не значит, что из вас грязь выходит намного быстрее. Это значит, что такие тяжелые субстанции, как медикаментозное лечение, если у вас было, какие-то вы принимали препараты, различные препараты, в том числе и достаточно тяжелую пищу, либо алкоголь, всякое бывает, да, то тогда с водой, по крайней мере, первые несколько дней, то это очень хорошо. И что у нас происходит, когда мы добавляем в свой рацион при сухом, при водной пищевой паузе, если мы добавляем масла? То есть, если мы добавляем масла, например, в каких-нибудь диффузорах, распылителях, любых распылителях, то у нас в мелкодисперсной проходит по легким. По легким проходит, и из легких очень хорошо у нас попадает вместе с кислородом, попадает у нас в кровь. Но кислород у нас в кровь попадает не просто мы вдохнули, и кислород попал в кровь,
У нас кислород проходит очень долгий путь, то есть он сначала попадает в нашу печень, а уже после, он попадает после печени, он попадает уже в кровь. И вот чтобы у нас попадали какие-либо масла с различными их свойствами в нашу кровь, чтобы мы могли себя очищаться, мы об этом обязательно поговорим, не все сразу. И тогда вместе с жидкостью, вместе с кровью у нас идет вычищение того, что у нас скопилось за какое-то определенное время. И когда вы дышите маслами, то есть маслами можно дышать по-разному. Это различные ингаляции. Это может быть, как я еще раз повторюсь, диффузоры. Это может быть капельку вы капаете на ладошку, ладоши растираете и делаете такую ингаляцию. Только нужно смотреть, с какими маслами. То есть не все масла, не на каждом этапе они подходят. Это нужно тоже понимать. Чтобы у вас не была обожженная слизистая, чтобы у вас не было какой-нибудь аллергической реакции. То есть аллергическая реакция, она когда возникает? Тогда, когда у вас организм чем-то зашлакован. Добрый вечер. И если у вас организм зашлакован, то, конечно же, он дает вот этот выброс через какие-то аллергические реакции, через сопли, через кашель, через любую слизь, которая выходит с вашего тела, в том числе и пот и запах от тела. Вы, наверное, не раз замечали такое. Я сейчас не буду говорить о молодежи, да? Молодость, она вообще прекрасна в любом ее проявлении. Но вы все встречались, скорее всего, с пожилыми людьми. И есть такие прям вот бабушки, дедушки, вот они чистенькие все. И белье они каждый день меняют, и постоянно они там принимают какие-то, принимают ванну, душ, то есть они все время моются, но от них есть запах. И вот этот запах очень часто называется там старческий запах, еще какой-то запах. Это как раз тот запах, когда мы, когда через кожу выходит вот этот вот не переработанный белок, который превращается вот в этот вот в это ацидозное состояние. И чтобы его тоже вывести, есть определенные масла, которые вы можете принимать вместе с водой. И эти масла абсолютно различные. И если у вас, например, нет какой-то сильной аллергической реакции, но еще раз, ребят, повторюсь, что если у вас болезнь в стадии, в какой-нибудь стадии обострения, то лучше в таком состоянии вообще не входить в какие-то состояния. Лучше дойти до состояния облегчения, а потом уже менять свой образ жизни. Либо это делать с тем человеком, который проходил подобное, у которого есть уже в этом опыт. Это очень важно, чтобы не оставаться в этих состояниях, которые для вас неизвестны, и вы не понимаете, что происходит с вашими внутренними органами, чтобы идти дальше. И вы можете добавлять какие-либо масла в жидкость. Это либо вода, либо это какие-нибудь травы. Но заваренные травы, я уже ребятам говорила, я не рекомендую заваривать более 3 трав. Все мы прекрасно знаем, если взять каждую траву по отдельности, у меня просто был опыт 12 лет назад, когда я увидела одну из многих любимую методику, и там очень много трав, то есть там выходишь на условное голодание на травах, лимон, мед, и там было очень много трав, порядка 20. И я помню, что когда я пила вот этот вот стакан вот этих трав, мне было неуютно, давайте я так скажу. Такое состояние было не очень комфортное. И я стала задумываться, почему такое. Вроде бы читаешь все травы, и каждая трава индивидуально, она великолепна. У нее и такой
и такой эффект, и такой эффект, и вообще все целительно. А если столько всего трав, то ты точно должен вот их допить и сразу же в космос без космического корабля полететь. Но я думаю, почему тогда с людьми это не получается, если они столько такой концентрат хорошести пьют? Почему этого не получается? Я тогда стала углубляться в эти травы. И когда я углублялась в эти травы, как раз любая трава, практически любая, давайте так скажем, сама по себе она уникальна. У нее очень много эффектов, очень много положительных эффектов. Но в соприкосновении с иной травой, с другой травы, где не сопоставляются какие-либо кислоты, эфирные масла этих трав, их химическая составляющая, то эти травы в лучшем случае они нейтрализуют друг друга, а в худшем случае выступают как ядовитое соединение. И если в вашей печени желчь с определенной химией, на определенном питании, на определенном медикаментозном лечении. Ох, какая у нас молния! У нас сегодня восхитительный ливень. Дает такой химический состав вашей желчи, и туда еще опускается иной химический состав определенных трав, то для вас это будет просто, у вас будет жуткая интоксикация, у вас просто будет отравление. Вот. И поэтому я сейчас не углубляюсь, какие травы, но мы с вами обязательно углубимся в следующий раз. Я буду потихонечку раскрывать вам свои наблюдения по маслам. И именно поэтому я рекомендую не больше 3 трав, самые простые, потому что 3 травы вы всегда можете посмотреть, с каких 3 трав вам хорошо, вы их можете миксовать по-разному. Лучше пить 1 травку, но если вам хочется что-то там побольше, ну, желательно не более 3 трав. Это самое лучшее, что вам скажут ваши надпочечники. Потому что надпочечники, они как раз скапливают всю вот эту вот, так назовем, пыльцу, великолепную пыльцу трав, и она вся оседает на надпочечнике, и создают ее как мумию, мумифицируют ее. И самой почки работать практически она не может, то есть надпочечник ее уже не может заводить. Поэтому лучше всего вот совсем чуть-чуть и добавлять какие-либо определенные масла. Почему масла? Потому что это концентрат. И масла вы можете подбирать те, которые вам подходят. И за 3 года я, если честно, очень много трав перепробовала. Очень много масел перепробовала. У меня был период, когда мне просто необходимо было чем-то забить свои рецепторы. И именно запах меня выводил в какие-то иные состояния. Но не все продукты давали те запахи, которые есть. То есть многие продукты питания, многие фрукты, зелень, искусственно выращенные, с какими-то с добавками. И у них нет вот этой насыщенности, у них, знаете, такое, когда вы находитесь вне питания, и когда вы чувствуете, ну, например, какой-то фрукт из магазина, из обычного, вы его прям, когда начинаете его в себя втягивать, вы понимаете, что там вот стоят, вот столько стоит блоков, столько стоит вот этой вот химозности, которая просто перекрывает все, перекрывает нервы, которые у нас отвечают за воспоминания, за те воспоминания, которые ведут нас к открытию базовой памяти. Базовая память — это та память, которая память всего нашего рода, вселенская память ее можно назвать. Вот. Поэтому масла я очень длительное время подбирала и остановилась на определенных маслах, которые мне сейчас нравятся. На данный момент мне они нравятся, это дотеровские масла. Вот. Я, хотите, как рекламу воспринимаете, хотите нет, просто я делюсь тем, чем пользуюсь я. Вот. Но я бы вам еще хотела
сказать про другое, что у нас масла, они влияют, то есть у нас, давайте вот так вот покажу вам, сейчас посмотрю, насколько это видно. Угу, вроде бы видно, да? Это верхнечелюстной нерв, верхняя ветвь троичного нерва. Что такое? Кошка не учит. Она выходит из полости черепа через круглое отверстие в крыловидно-нёбную ямку, отдав перед этим в полость черепа среднюю менингиальную ветвь к твердой оболочке головного мозга. В крыловидно-нёбной ямке верхний нерв дает различные ветви. Узловые ветви, подглазичный нерв, скуловой нерв, подглазничный нерв. Вот. Это о чем говорит? Когда вы, наверное, уже некоторые из вас это ощущали, когда вы находитесь несколько дней без еды и без жидкости, и потом через дня 2-3 начинаете кушать, у вас сводит небо. И такое неприятное состояние, и вы перетерпливаете несколько секунд, чтобы это прошло, а потом уже дальше можете жевать. Это как раз те нервы, которые у нас могут восприниматься через запах, через обонятельные наши все процессы. И когда мы не сразу же начинаем кушать, а вдыхаем какой-то аромат, то у нас этот аромат дает сигнал в мозг, и мозг чувствует, что вы уже начали есть, и расслабляет гладкую мускулатуру, и тогда вам намного проще вернуться к питанию. И если мы говорим, что вы хотите выйти на более длительные сухие дни, на более длительное лечебное голодание, давайте так назовем, то вам тоже могут помочь масла. И многие масла в этом задействованы. Мы о них поговорим позже, я вам просто несколько масел скажу. Во-первых, это масло гвоздики. Масло гвоздики, если вы распылите, если оно у вас будет все время под рукой, либо гвоздика будет под рукой, то у вас чувство голода, оно будет отходить. Оно не будет настолько ярким, настолько всепоглощающим, что у вас будет просто все мысли о еде. Если вам хочется чего-нибудь сладенького, то сладкое убирает ваниль. Да, ребят. Ваниль, она, когда вы ее чувствуете, ваниль, настоящую ваниль, потому что ваниль, которая в кулинарии, очень часто искусственная ваниль, она очень резкая, очень ядреная, и она ассоциируется именно с хлебом. А если вы слышите настоящую ваниль, то она убирает тягу к сладкому. И если у вас есть такое непреодолимое желание шоколадок, там еще что-то, то ваниль вам в помощь, она вам поможет очень-очень хорошо. Ну и еще мы с вами поговорим, что масла, они наши помощники не только в изучении нашего головного мозга, не только в том, как легче нам выходить на сухие дни, на лечебное голодание, но мы с вами еще поговорим о таких моментах, как позвоночник, то есть на каждую секцию позвоночника мы можем наносить определенные масла, разные масла, и с этими маслами вы можете уводить какие-либо, выводить вверх какие-либо состояния. То есть самый верхний, да, вот этот вот, который у нас около самой головы, это голова и ухо. А ухо у нас, это, знаете, это тот приемник,
это вибрационный приемник. Это не столько слуховой, что мы слышим что-то, это вибрация. И вы, наверное, тоже не один раз замечали такое, что один человек, например, говорит, что ты там дурак. И тот такой стоит, и ему так неприятно, а другой скажет, ты да такой дурак. Одно и то же слово, разная вибрация. И вы понимаете, что смысл в этом абсолютно другой. И когда вы научитесь вибрировать своим голосом, вибрировать своими чувствами, то вас, окружающие вам люди, будут понимать на уровне вибрации. Это абсолютно другое состояние. Вот. Следующий наш позвонок – это глаза и язык. Ниже – это зубы, потом рос и нот. То есть все 24 вот этих вот позвоночника, они каждый обозначают определенные моменты. И мы с вами даже разберем, что обозначают определенные моменты. И самый последний позвоночник – это ступни, которые находятся перед самим копчиком. А копчик – это наша флешка, про которую мы все знаем, да? Вот. И ступни – это как раз те моменты, где мы точно так же на своих ступнях можем, проминая каждый пальчик, заводить свой организм по-новому. И когда многие спрашивают, а что такое ходьба на пяточках? И вот эта вот ходьба на пяточках – это один из ключевых моментов, когда мы, наш седалищный нерв, который дает самые болезненные моменты в нашем теле, который, когда он приходит в норму. Вот такой вот хотела коротенький эфир вам рассказать. Ребят, пишите свои вопросы, мы будем с вами разбирать, какой отдел позвоночника, за что отвечает, за какой функционал нашего тела, а функционал нашего тела за что отвечает во внешнем мире. Принятие, непринятие, любовь, страхи. Про это, про все мы поговорим. Каким маслом это спровоцировать, чтобы это вышло, каким маслом сделать так, чтобы это стало более лайтово, более приятно, и восприятие, чтобы было абсолютно иное. Ведь мы изначально рассчитаны, что такое еда. Еда – это всего лишь вот маленький пятачок на нашем всем аватаре, куда мы можем скинуть эту еду. Что такое запахи, что такое ароматы? Это все наше тело, это каждая клеточка нашего тела, которая пропитывается этой вибрацией. И этим мы и живем. Попробуйте зайти в комнату, в которой, например, только что покрасили какой-нибудь едкой-едкой краской, и попробуйте в ней сесть и расслабиться, и съесть свое самое любимое блюдо. У вас этого никогда не получится. Вы не почувствуете никакого удовольствия от того, что вы делаете. Но если вы сядете в пространстве, в котором будет приятный для вас аромат, то вам даже не захочется больше ничего. Вам не захочется злиться, вам не захочется что-то положить себе в рот, вам не захочется на что-то агрессировать. Вы будете расслабляться и наслаждаться. И это первично, что есть для нас. Ребятки, всем спасибо. И в ближайшее время мы проведем обязательно еще не один эфир. Пишите свои вопросы, ставьте лайки, потому что через лайки будет продвигаться эфир. Когда эфир продвигается, может быть, кому-то тоже будет интересно, может быть, кто-то что-то найдет для себя полезное. Я всех обнимаю. Спасибо вам огромное, что были со мной.